Ne hai imparati da pappagallo? Bravo! Pappagallo! Ciao a tutti, девочки, мои красотулечки, ребята, всем buongiorno! Сегодня праздник в Италии, я еду к свекрови готовить обед. Вообще, сегодня вижилия, и в Италии собираются родственники, да, семья, и ужинают. Ужинают морепродуктами, что-то, в общем, рыбой, но ужинать нельзя, но обед никто не отменял. Я уже пакет приготовила, сегодня с утра рыбу всю помыла, почистила, порезала, все в пакетики положила, знаете, чтобы приехать сразу и просто приготовить, потому что готовить сегодня буду я. И, кстати, девочки, сегодня я в прошлом влоге готовила, но они уже здесь, готовила шоколадный фондан. Сегодня это будет, кстати, десерт. Несу его с собой. Вот, Аллегра меня уже ждет, муж на работе, все, мы побежали, уже опаздываем. Беру вас, конечно же, с собой. Девочки, приехала к свекрови. Тут у них порядки наводят. У нас Мирелла, да? Мирелла, домработница. Все оставила здесь. Сейчас идем к Кристине. Все, мы уже приступили. Девочки, буду готовить наши любимые горячие бутербродики. Вот, здесь буду готовить рыбу. Посмотрите, какая огромная. Включу две конфорки. Огромная, потому что мешать будет удобно. Буду варить килограмм. Аллегра напевает. И что у нас? Ага. Так. Все. Давай! Каскадерки. Красиво. Que bella. Piera, questa è nuova. Девочки, чеснок уже прикинула. Сейчас он поджарится, и я буду. Точнее, уберу. И сейчас делаю бутербродики. Бутербродики для детей. Мы будем кушать дрова. Свекровь на кровать не спит. Аллегра довольна была, когда я дала где-то на мамочку. Спасибо. Девочки, приветки. А, вот она. Жарю креветки. Бутербродики готовы. Чуть-чуть осталось, там отнесем домой. Добавила воды, выложила креветки. Сейчас их буду разделять. Головы и хвостики. Головы покидаю еще раз туда. Они дадут хороший вкус соусу. И потом буду вот эти хвостики резать на маленькие кусочки. Резала шейки, закинула первую рыбу. Любая рыба без косточки, девочки. И пусть все томится. Головы повытаскивала. Девочки, добавила просека. Рыба должна превратиться у нас в кашу. Просека добавила, чтобы убрала сильный запах рыбки. Через пару минут буду кидать воду. Кинула томатную пасту. Извините, у нас тут гости, все разговаривают. Сейчас сметану и перемешиваю. Минутку и выключаю. Соус готов. Я добавила перца, соли, перчика красненького. Ну, ну что ты кидишь? Не уходи. Che bello. Posso accendere la candelina, eh? Dopo la e la spengere e la. Кристина, мне помогает рыбку для денег. И там все готовится. Рыбу готовим в духовке. Яйцо куриное и панировочные сухари. Покрошки наши уже готовятся. Постоянно получается печка, поэтому не можем их кидать. Ума, козичка, гранка. Понсаса роза.
Allora ti mangi tutto che ti vuoi mangiare. Mi vuoi far morire? Mamma, no, no, no. L'hai imparati da pappagallo? Bravo. Un pappagallo. Papà, ma sono l'hai divastato. Stampo fermo, ma prenditela. C'era come prende la maionese. E una gamberoni. Tieni due. Non lo mangia, te non preoccupare. Dai, pronto. Pensavo. Ma si alzi il piatto? E non te lo volevi più, Alessandro, perché non l'avevi dato tutto a me? Non mi colpi. Signora, sentimi, lì sotto l'impiantato c'è un gattaccio, se tu monti qua su, esce e ti mangia tutte le gambe. E l'impianto non si fa per me, se tu sai. Su, ma nascosto. Под диваном. Девочки покушали, мы очень вкусно. Паста нереально вкусная, переживала, готовила. Но очень вкусно получилось. Даже Александра покушал. А если Александра кушает, значит она вкусная. И шоколадный десерт тоже очень вкусный. Аллегро, пиано, кефай, баста. Аллегро на носки сушатся. Да классно, под камином жарко. Вот, много чего не снимала, потому что готовить и снимать, но это нереально сложно. Мэттими. Ora я тебе метто, аспетта, ва. Una, due, tre, ва. Эккола, в шапке Деда Мороза. Сейчас будем уже домой собираться. Аллегро в шапке. Браво, море, балла. Ну, море, пока музыка, хочет танцевать, уже домой идем. Матрушки остались, мы отнесем домой. Что-то наши свекрови подарили. Шоколадки. Цветочек. Это учительница Александра. Вот цветок. Балам! А еще вот эту машинку классную подарили. Новогоднюю, прикольную. Балла, море, балла! Все уже наверху. О, Аллегро, ты фа! Не фа, море, су гуае! Не си рипрэнде пью. Ты фай? Абрюшата? No. No? Это мама. Ора мама фа. Время 4 часа, мы Аллегро спать уложили. Сейчас я дверь закрою, чтобы не шумело. Они с Александрой такое устроили дома. Так наигрались, так накрутились, навертелись. В общем, она ударила животиком, говорит, спать хочу. Устала. А, кто меня долго смотрит, помните, я вам рассказывала, у нас есть друзья, друзья-миллионеры. Я обещаю вам, что как только все закончится, у нас будет обед, они ждут. Он сегодня к нам в гости приходил, принес подарочек небольшой. Вот, и говорит, я уже жду, не дождусь, когда твоя жена приготовит мне макароны с тефтельками. Вот, принесли нам там, по-моему, 5 разных шоколадок небольших. Сейчас я вам покажу. Кристина нам еще подарила рюмочки. И у нас 2 паски. Идемте. Так, Кристина нам подарила рюмочки. У нас рюмок нет, когда гости, знаете, будут приходить, если после обеда, чтобы переваривалось все, они там любят выпить лимончелло, что-то такое, рюмок у нас нет, потому что у нас никто не пьет. Подарила нам, в общем, Кристина еще рюмки сегодня. Девочки, сегодня готовила рыбу кушать, потом мы все, да, мыли хорошо, чтобы не пахло, все руки просто в шоке. Поэтому сегодня буду переделывать маникюр. Вот такая вот сумочка. И внутри вот он шоколад Африка 95%. Какой-то специальный шоколад, не знаю. Вот с такими орешками. Вот. Смотрите, какой ветер. Посмотрите, видите? Сегодня не холодно, но ветер сильный. Вот. Молочный шоколад. Такой мы любим, видите?
Это, видимо, семья 1975 года, итальянская, производит. Amore di nonna. В общем. И вот что-то еще. Тоже орешки, видите. В общем, вот такой вот подарочек нам принесли. Сегодня он был у нас в гостях, вообще не хотел уходить. Говорит, все, я останусь у вас, буду отмечать. И нам еще... Сейчас я вам покажу. Да, я убрала наверх, хотя, блин. Недавно наводила порядки. Вот. Он полностью, видите, из шоколада, покрыт орехами. Наши знакомые принесли нам. На Новый год откроем. Съели, я вам его показывала, тоже с шоколадной начинкой внутри. Аллегра любит вот эти вот сахарочки. Девочки, мои красотульчики, ребята, buonanotte a tutti. Муж спит, Аллегра спит, Аллегру еле уложила спать. Она, бедненько, вся в предвкушении, хотела ждать Деда Мороза. Я говорю, он поздно придет, ты ложись спать. В общем, в конце концов, я уснула вместе с ней, сидя. Видимо, когда стала наклоняться вот так вот назад и проснулась. Потому что сидя, сижу, в общем, проснулась в 11 ночи. Естественно, все уже спят. Я все подарки, вон они как раз на заднем плане, под елочку положила. Сейчас целый час гладила платье Аллегрина. Она хотела платье единорога, цветное, знаете, как радуга, в общем. Тетя Кристина ей купила это платье, вот, я его сейчас выгладила, оно там у меня за зеркалом, вот, сейчас я вам покажу, как я все уложила. Кто не видел, вот она, наша елочка, это зеркало, ну, я вам потом поближе покажу, детское, рисунок в форме жирафа, вот такой вот стульчик, в общем, это столик. Да, это для принцессок, для косметики. Потом поближе вам все покажу. Вот. Кое-что здесь есть для мужа. В основном подарки Аллегрины. Я уже такая, знаете, полусонная. Что хотела сказать? Безумно люблю праздник Рождество. Это один из самых моих любимых праздников. Да, до того, как... Я жила в Европе, стала жить в Европе. Естественно, это Новый год. Куча подарков, отличное настроение. Украшают дома, украшают улицы. Я не знаю, люди бегают, как сумасшедшие, покупают подарки. В общем, атмосфера нереально классная. Вот это вот, знаете, ночь перед Рождеством, ночь перед Новым годом. Детки маленькие, которые верят, знаете, в чудеса, в Деда Мороза. И, знаете, так классно, когда они утром просыпаются и под елкой их ждет то, что они там написали, да, в письме Деду Морозу. Может быть, загадывали, да, что-то там как-то где-то представляете. Да. Хочется пожелать всем, всем, когда вы проснетесь, после сказочной ночи, да, сказочного ночь, у всех разные дни. И чтобы каждый нашел под елкой то, что загадал. Вот. Девочки, ребята, все, спокойной ночи. Arrivederci, ciao.